дорогие радиослушатели, вы настроили приемники на волну радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем на частоте 13800 кГц в диапазоне коротких волн 2 метра. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 94036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Завтра наступает сегодня. Далее вы услышите передачу из архива Русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В завершении прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Завтра наступает сегодня» и мы, ее ведущие Дмитрий и Светлана, а также автор программы доктор Сейлор с размышлениями на тему «Ваша движущая страсть».